Серпухове накрыли нарколабораторию. Полицейские злоумышленников поймали с поличным и изъяли у них почти 10 килограмм психотропных веществ. Как прошла спецоперация по задержанию, расскажем прямо сейчас. Оперативные сотрудники Серпуховского УВД, Госнаркоконтроля Московской области и отряд специального назначения «Гром» готовятся к началу спецоперации. Именно в этом частном доме работала целая подпольная лаборатория по производству наркотиков. При обыске были обнаружены канистры с соляной кислотой, емкости с прекурсорами, пластиковые контейнеры с жидкостью и, конечно, электронные весы. Сначала полицейские задержали одного подозреваемого, а затем и второго. Еще раз, что за вещество? Говори громко. Техническое. Работаете как? Варим наркотики. Варите наркотики какие? Кристаллы есть еще. А как вы начали эту работу? Предложили. От предложения изготавливать наркотики, судя по всему, не смог отказаться еще один мужчина. Правда, как уверяют сами задержанные, им пришлось столкнуться с некоторыми трудностями в производстве психотропных веществ. Учились варить? Кто вас учил? По инструкции Тигарта. Вы что, все не можете варить, хочешь сказать, что ли? Вообще. У нас до нас не получалось, мы испортили много продуктов. У нас не получалось, мы испортили много продуктов. Что, вам никто не подъезжал, ничего не рассказывал, никаких. Все по телефону. 7 килограмм. Когда было? 4-5 назад. Никуда ничего не вывозили. Где тут конкретно? В бане. То есть в бане сейчас должно находиться 50 килограмм? Пацанов не получалось, много брака выходило. Брак где находится? Брак смывали. Где? Отходы смывали за вагончики. Там бочка закопана. Все трое подозреваемых оказались гражданами Украины. Полицейские задержали злоумышленников с поличным и изъяли крупную партию наркотиков. Химическое исследование подтвердило, что сотрудниками правоохранительных органов изъято психотропное вещество мефедрон общей массой около 10 килограммов, что составляет примерно 28 тысяч разовых доз. Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России Серпуховское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент фигуранты дела находятся под стражей. Предположительно, двое подозреваемых занимались производством запрещенных психотропных веществ. Третий подельник являлся курьером, который развозил товар по назначенным адресам и доставлял наркотики заказчикам.